Здравия всем! Вы на канале Марко Елены Диригетти. Мы приехали в Гандрию. Для нас, можно сказать, такое повезло нам. Мы нашли свободную парковку. Машину гостей оставили наверху у магазинчика, там одного наших знакомых. Слышите? Грилли. Вот сверчки сверчат. Вот озеро Лугано. Прохлада такая от воды. На улице 25 градусов тепла. Небо все заволокло. Марко говорит, ты будешь шляпу брать? Я говорю, нет, не буду. Солнца нет, что шляпы делать? Можно попить вот из змееныша вот такой водички свежей. Синтеро ди Гандрия. Собачек на поводке. Синтеро – это тропинка. Вот такие виллы. Кто-то меня спрашивал, есть ли здесь заборы и собаки. Вот, например, написано, что есть собачонок. Написано. Не написано, а собачку нарисовали. Какие они говорливые. Я вот смотрю, стоит какой-то шифер. Видно, там что-то от солнышка, а сверху батареи солнечные. Ну надо же, как поют, стрекочут. Вот вся тропинка возле озера. Обратите внимание, практически у всех здесь есть тележечки. Когда на машинах что-то подвозят, они вышли с тележечками и забрали свои продукты. Фокус не удался, в дырочку ничего не посмотреть нельзя, то есть камера не показывает. Вот смотрите, каминная труба. Видно, там домик стоит. А вот это, видите, это крыша. Это крыша чего-то, откуда и вот этот камин там. Гостиница-ресторан, у них тележечка вот такого плана. Обратите внимание, у них еще они и дайвингом занимаются. Вот такая вот ковочка. Здесь также можно припарковаться на лодочке. Гостиничка «Две звезды». Поближе пододвинем. Вот такой вот парковочка. А здесь можно позагорать. Но мои уже вперед, и мы будем их догонять.
Вот тоже такая гостиничка с ресторанчиком. Вот, обратите внимание, тележечки. Еще у них одна вот здесь тележечка. С левой стороны оливковые деревья. Такая вот роща оливковая. И с правой стороны в кухне идет, не знаю, что там они делают, готовят или посуду моют. Но сам факт, что вы видите, да? У них там такой небольшой пляжик. И они купаются, у них заграждение. Все это при гостинице и ресторана. Вот отошла немножко дальше, видите, они, там у них травочка, нету песка, они на травочке. Загорают люди, гости гостинички. Но сегодня, видите, прохладненько. Но люди есть. Слышу голоса. Это которые в желтых майках, банины, то есть спасатели. Смотрите, сколько здесь парковочек. Вот такие парковки для лодок. Вот вы видите крышу. Это где здесь структура деканоэ. Они занимаются здесь каноэм. У них вот такая как бы пляжик небольшой, где сейчас загорают уточки. Просунула в эту решетку руку, и чтобы решетка не мешала снимать. На той стороне есть гротто, где можно перекусить. Но дело в том, что только можно подъехать на лодке. Нету там дорог. Либо пешком идти, но долго. Либо на лодке быстро. Вот так. Лебеди всегда парами. Такая каменная мощь. Тормознул народ возле туалета. Что я сейчас и сделаю. Что-то мне Марка хочет сказать по ходу дела. Вот такой вот мотороллер. Господи, еле выговорю. Веспа. И нам гости, говорит, младший сын мечтает о такой, о таком аппарате. Здесь вот можно спуститься по лестничке и помочить ножки. Ну-ну, андато ванти! Такие вот парковочные места для лодок и катеров. Кухня закрыта, даже салат не могут нам на здесь сделать, потому что уже 2 часа дня. Вот такие здесь барельефы красивые с ангелами. Ресторанчик называется Анджело. Хотель-ресторан.
конечно, новое. Но же были старые же здесь. Такие приватные места, пальмы. И все в цветах и пальмах. С правой стороны кусты. И не видно людей, потому что все это привато. Только слышно, что там кто-то купается, нахлебался воды, кашляет и говорят по-немецки. Смотрите, какое укрепление с левой стороны. Каменное сооружение. И все это заброшено. Можно, в принципе, подняться там посмотреть, но не пойду, потому что скользко. А это даже не ступеньки, это для воды сход. А вон там будет, это мы вот сейчас по прямой шли, там будет легкий подъем. Вот они, люди, уже поднялись. Поэтому включу камеру уже там. Смотрите, какая структура камня. Вот мы спрашивали, вы видели Гандрию? Да, мы знаем, где это. Вот проходит дорога, и там написано Гандрия. То есть здесь машины не ездят. Смотреть на такую высоту снизу вверх, тоже голова кружится. Смотрите, сколько велосипедов. 4. Люди приезжают сюда, до этого места, потом идут ступени. По дорожкам есть вот такие тумбины, где проходит телефон. Ой, ну вся вот эта система. Вся система коммуникации. Кто-то давным-давно на дереве вот такое сердце выколол. Дерево выросло, и сердце расплылось. Высоко мы забрались. Basta.
Мужчина рассказывал, что на той стороне есть гроты, про которые я вам говорила, и что там температура в этих гротах не прохладная, а холодная. То есть там всегда хранят они сыр, колбасу, вино, которое должно белое, спецельменты, хотел сказать, специально должно быть холодным. Вот, переправляются туда на лодках, потому что там нет дороги для автомобиля. С этого балкона шикарный вид. И вот такая оливковое дерево у них. Но здесь они считаются как дачи, потому что сюда даже скорая помощь не приедет, если только на вертолете, если есть вертолетная площадка. Спуски, подъемы. А здесь идет ремонт. Ресторан Негоции. Здесь уже три дороги разошлись, и я не знаю, в какую пошли они. Вот калиточка вот такая небольшая. Бордони. Иду на голос моего мужа. А, они пошли другой стороной, но вышли все время сюда. И все равно все дороги ведут в Рим. Вот такой у нас вид. Сейчас покушаем салатик и будем возвращаться. Кому понравилось видео из Гандрии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Нам будет приятно видеть, что людям это интересно. Всех благ, друзья, до следующей связи.